Типа защиты. Сейчас, секунду. А, кстати, власть мертвых, которая выпала 3 дня, она будет в первое время на ШП нормально или нет? Да, блядь, сейчас еще... Сейчас еще я чивы откачу, блядь, господи, сейчас это еще все ждать, ну, сука, ебучий Сирус, блядь. Зурб там по красоте, по, там, не знаю, сделай все красиво, чтобы тебе еще чивы ебать. Я по шанку быстрее, не норм сразу залей. Гастелло сам... Так, да, сейчас... есть, по-моему. Сейчас я дам стрим, да, видоса, есть. Зайдите... О, реально, ты же там ударил босса, значит, они тебе должны зачитать, нахуй. Хоть да, будет. Да, да. Нет, еще это... Я еще... На первое время, ну, чтобы у меня сейчас кондер стоит и живой жар. Ну, по идее, живой жар можешь заменить. Ну, вот живой жар, я думаю, заменить. Живой жар, это вообще что? А прожимка она... Это меткость на 107 дает и прожимка на 1002 СПД на 20 секунд. А что ты сосного не сделал? И у тебя оверкап, да, метка? Да. 19% почти. Шапочник, что ты сосного, говорю, не сделал? Так я хиловым играл, у меня недавно ШП появился. Ну, смотри, с острова она сейчас одна из лучших для ШП. Слушайте, а ШПшники, как Талик на ШП, нормально? Бис. Это, ну, смотрите, стрим я включил, видел, сейчас вроде босс сдохнуть должен, вот. Вот, остановил, значит, лут, ну, типа, если надо, лут, я хуй знает. И ачивы, ну, вон в рекаунте есть ДПС. Журба там, не знаю, там надо проматывать, нахуй. Ну, там у кого, может, есть, и, в принципе, я могу в игре этот рекам посмотреть. Ну, а сейчас в игре имеет до сих пор, ну, типа, все бежат на месте, а листать я могу. Будете делать скрины? Ну, типа, надо же ачивы, чтобы... Сделайте, пожалуйста, скрин с данжмастером. Ну, данжмастер, вон он, 12-й по ДПСу есть. Типа, вот сейчас со стримов в DC делайте скрины, кидайте там, блядь. А почему? У меня ник Журба вообще-то... А, нет, это Данжер Мастер. Журба? Журб у нас же... Это Рога, да? Блять, а, дисканула же, надо заходить. Меня просто сразу выкинуло. Чё, сделали там скрины или чё? Потому что я как бы, блядь, суетиться особо не собираюсь. Какие моменты ещё надо там? Лут? Ну давай, сейчас включим дальше. Ну, с ласта я сфоткал лут и мертвый. Вот я смотрю лут, типа там залупа всякая выпала. Сейчас буду нажимать крестики, кубики, блядь. Там один хуй, если ачиву не засчитал, будет быстрее убить оно бы, блядь, чем ждать, пока они там раздуплятся. Если он будет, нахуй, то тонук, нахуй. Кто сказал, что вот его... Вот именно. Его, скорее всего, не будет, нахуй. Ну, вот смотри, власть... Не, ну вот точно не будет. Там как только убиваешь, все. Он не рискнет. Будет, ачивы останутся и шмот останется. Там не сразу выкинул, а не мгновенно. Так что не беспокойтесь. Да, ачивы могут еще быть. Не, ну если ачивы будут, так это заебись. Там же надо дальше пойти. Ладно, пойду. В кашу пару минут. Выгружались дома. Че они там на форуме говорят, пускай киляют, если он там живой, а мут нахуй, пизду. Ну, я ж надеюсь, пишет человек, у кого випка есть. Без випки там же нет смысла писать, он типа через час только ответит, а вечером они вообще, по-моему, не отвечают. Есть кто-то с последним местом в рекаунте? Это надо в игру зайти и посмотреть место твое. У кого-то должно быть. Да у меня есть, скидайте. У меня осталось. А, ну окей, еще эдик, давай. Скиньте это... В гичат, короче. Накидайте скринов, я сейчас сделаю тему на форум. Сирус. Еще такое время, конец КД, нахуй. Ну ловите хули админа, может есть кто-нибудь.
Так что, на магик трэш пинать или что? А там, видишь, если проходка людей каких-то не пустят туда, на квесты. Если дохуя у кого. О, нуб живой. Ну просто быстрее, блядь, а нуба убить и идти дальше. Ну так-то да. Или админа ждать, или убивать заново. Мяу. Так-то я... а кого у нас в рейте не хватает? Хуй знает. Ну, а Сирвак нет. А, один, ну, да, вылечил кто-то. Даже два, а один. Так там, по-моему, уже репати надо. Джуджу прессует, его не хватает. Там надо, чтобы Кирилл зашел. Тогда там репати надо, я уже зашел, часику. Ой, брат, ты мне на перегонщике. Так-то его нехуй убивать, просто я заебался нахуй эту кнопку нажимать. Спамить этих жуков не дам. Зато палец мощно будет сильно. Да пиздец, не говорили. Давайте скрыть. Давайте все репати плюсуйте в гичат, репати сделаем. Скрины киньте в гичат, который вы там наделали с Санборака. Он просто приходит, нахуй его убивает, ну, вообще. Ну, тянете, типа, там уже все готово, только скрины загрузите, все, давайте быстрее. Да, давайте, че. Скрины чего? Ответил админ, что ли? Давайте, пускай убьет. Если... Да никто еще не ответил, без скринов, они попросят в первую очередь скрины. Я же говорю, скрины, блядь, я вам открывал видео, че, никто не делал, что ли? Без понятия. Пиздец вы, конечно. Давайте еще раз откроем, блядь. Ну, недавно давай, ачивку людям, блядь. Откатило нахуй нуба, и он резнулся за ну. Кто еще был в рейзе плюс? Ставьте. Вон есть скрины. Вон холищит даже сделал. Вон его скрин берите, блядь. Скопируйте куда-то. Скиньте скрин, где видно ДПС Джурбика. Есть такой? А это хуй знает. Я сейчас напишу. Да он всему сейчас рейду просто убьет, а ну бы и все. Да, убьет. Да, 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 так и будет. Может в рейд взять людей, кому проходка нужна? Да кого? Не надо нахуй выдумывать, блядь. Кто был сейчас, те и получат, блядь. Что за хуйня? Да, не надо это. Еще увидишь, что наебали нахуй, вообще пиздец будет. А у меня Жубика вообще в принципе нету. Ну он вылетел вначале. Подвесь. Ну он вроде как на пулю первых. А что-то нихуя урона. Сейчас я посмотрю Журбика, есть ли он у меня в скриншоте. Если в инсте лук есть, умните, пожалуйста, это будет. Так, нанесенный урон. Блять, на этом скрине у меня Журбик не показывается. На этом показан. Но это, блять, который мы вайпанулись полбу. Не знаю, у меня тоже нет его. 24 человека есть, а вот его нету. Нет. Да похуй, нет, блядь, там... Может, он может даже не бил, скорее всего. Он на скрине в рейдах фрейма есть. В фреймах рейда у меня есть, блядь, так что похуй. То, что вылетел, блядь, да и видос есть. За Журбика не доебется никто, блядь. Да там, видишь, там нужно именно скрин с рекаунта, понимаешь? Да, я уже оформлял что-то подобное, и они сказали, типа, нихуя никак. Ну это типа тебе что-то в шмот давали или что? Ну это, по-моему, охоту засчитывали. Тут ты понимаешь, что разница, он нам сейчас просто босса убьет, уже похуй, есть он там. Ну, уже поебать, есть он, нету, да. Тема босс есть, стоит, типа, тут. Темка есть, надо ждать тут все. Суманите вы, а куда а вы ВК вернулись или куда? На VIP-форум. А. У нас, значит, там дубликат. Ну ладно. Попробуйте похуярить еще помощь в игре. Вот нахуй, может какой-то онлайн есть гейммастер, может он подлетит быстрее, телепортируется. Я не могу сейчас вам никак помочь, нахуй. У меня мут нахуй на фарме. У меня там сгорела жопа, нахуй. Да уже все сделано. Я там в приватке, нахуй, им, блять, написал, нахуй, хорошие слова, нахуй. Ингейм этот запрос, он не помогает. Они этим и занимаются. Понятно.
Надо быстрее всех суммонить сюда, хули тут. Вы в обычном разделе випки сонали, дайте хоть почитаю, постучу. Нет, в випке, да, в обычном. Нам было в приватку ебан еще. Можете задублировать его нахуй. Да там и так задублировали. Ебать, ты прикинь, что пишет? Если босс жив, то требуется убить его повторно. Ну, так скажи, ну, давай. Пусть убьет нахуй, скажи, скрин есть, как мы его убили нахуй, прям сейчас, ебать. И видео, и скрин. Ты ему напиши, видео есть нахуй. Пускай в Дискорд зайдет, сука, я махучу, проиграю это убийство, блядь. Скажи, видео есть, нахуй. Да, да, все, я уже написал. Типа не то, что я ему сейчас его, блядь, скину там на Ютубе, нахуй, а то, что оно есть, блядь. И скринов можно ебануть. Скрины сделали вот эти, которые хули щит там скидывал, вот эти ему ебаните, нахуй, нахуй его убивать, сука, если он убитый, блядь. Пиздец. Сложно прийти с точкой kill нажать, блядь. Не, kill нельзя, ну там, потому что не будет лута. Им надо убивать через, ну, дэмэдж. Там 5 сек убивается с админом. Но... Да, он может убиться за секунду, просто через команду дай, нахуй, убийство просто, там лута не будет. Не, он там будет дамажить, он просто это у нас... Убивает лут сам, нет разве? Убивает через kill. Ну, смотря какой админ тоже, там же разные люди. У кого есть команда. Ну, ночью последний раз нам убивал Ока, какого-то босса, по-моему, Алара. И он типа там за ханта зашел и побил его просто в соло. Там буквально секунд 10 он его убил. Ну, люди же разные на ВМах сидят. Ну, это был ночью, типа. Здесь другой админ пишет, здесь Вема. Да, вот Вема как раз-таки неадекватный. Ну, так, это странный блин. Он вообще пиздец. Главное в вежливой форме все хуярить, там, пожалуйста, понятно. Заводите. Понятно. Ну, он постоянно какой-то слоупок. Да, сколько раз сталкиваюсь. Скрины там есть, нахуй, все хуйня. Дайте ссылку, иди на форум, нахуй, на тему, на это, может, скрин ебану сейчас с видос. Ссылку на форум? Ну где тема ваша на эту хуйню, дайте себе. У тебя нету, блядь, ты не зайдешь сюда. Это у людей, которые 20-й лоялка плюс могут смотреть. У меня есть 20-я лоялка. А, ну, часто, блядь, на, зайди, поддержка и пользователей, там самая первая тема будет. Не, ничего не упало, все нормально, это у тебя. На, вот, я скинул ссылку в чат. Ага, сейчас. Он морозится что-то, блядь. Ответил моментально, да. И морозится теперь. Да, 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 я же говорю, неадекватный. Он, наверное, уже здесь где-то летает, смотрит на нас. О, блин. Он ТП-шится может. Не нужно еще там. Так, убили Ануба. Так, здравствуйте, если бы жив. Ну, так убейте, нахуй, сейчас я наебну ему, нахуй. Не, только без хамства, чувак, они это реально, ну... Не, я это скрин... повод просто послать нахуй будет. Да, это повод, блядь, еще тебе потом мут дать, как мне нахуй, и будешь просто чем тему читать, ну. Где там скрин? Скриншотов, да? Здесь, конечно, логика, блядь, сервер падает, нахуй, это ихние проблемы, мы, блядь, убили, нахуй, босса. Блядь, из-за ихнего серва, нахуй, нас все откатило, почему это, блядь, наши проблемы, блядь, в чем вообще суть и логика, блядь? Ну, саппорты же за это не отвечают, потому что... Да, у тебя чисто, но... Они, блядь, ни за что не отвечают, то у них, блядь, сервер вылетает, нахуй, они никогда не виноваты, виноват провайдер, блядь. Ну, саппорты — это другие. Вот Кунка реально не защищает сейчас их, нахуй, вот вообще не защищает, нахуй. Не, Кунка прав, просто ночью он еще разработчик, а это просто саппорт форму, ебаный. Это... Ладно, я промолчу, нахуй. Про некоторых, блядь, из них, которые там вообще считают себя какими-либо админами, да. Ночью вообще что-то которые смотрят. Ресторане, погодите, видео из скрины есть. Что-то в голос, блядь. Да, такого я еще не видел. Тут есть какой-нибудь холи смайлик, блядь? Нету. Сука.
А кто-то, кстати, пробовал уже три раза голосовать, нет? Гонай? Давайте пока лут. Вот эту хуйню не надо кого-нибудь. Да, подожди. Да там щит танковский. Фонарек обмен. Эдик, поснимай, он лучше и по-мрадски. У меня дончика нет, Феникс, я поставлю завтра. А хотите прикол? Самый главный прикол. Шмот остался. У меня шмот остался, да. Какой? Бля, это надо уточнить, нахуй, а то сейчас пизды дадут. Саном. Да, они не говори никому, не говори нахуй. Они никому. Не увидят этого. Как они? Уже все, уже сервер сбросился, они логи даже не посмотрят. Не, чуваки, это хуйня, это оно. Простите, нахуй. Так. Так, я, короче, там написал, посмотрите, нормально написал, нет? Хуй знает. Кстати, а чё, у Ханта нету ачивки, что ли, или чё? Он зашел, проверил? Может, и ачивка у него есть? Это их косяк с лутом. Пусть забирают, пусть сами выявляют и сами забирают. Да они уже никак не посмотрят. Ну, я понимаю. Я понимаю. Костелло, обмен. Эдик, поснимай, пожалуйста. Я тебе говорю, Федя, у меня дона нету этого. Я поставлю завтра его, если ты будешь. Ясно, блядь. Эй, а у тебя прям здесь остался лут? Да, есть лут. А ачивка у пацанов есть, да? Ну да, вон типа есть. Плане искусства. А, ну так заебись, хули. Я вообще админ. Не-не-не, у некоторых нету, нету. У меня тоже нет. Я там написал что-то, хули он долго так не отвечает. Жил 150 админ. Консультировочка. Так они же помогали. Че он хуйню какие-то ссылки на правила скидывали? Или это у него постоянно эта хуйня? Нет, это дефолт. Пускай телепортирует свою жопу сюда, блядь. Че он там? Или может он чисто форманный челик? Так, это ты кольцо, ну. Что ты мне вопросики ставишь? Не, говно, вообще говно. Не. А тебе вообще что-то надо? А, ты про, наверное, про робота, я понял. Слоупок, я понял. С детектором, ебать, мощно. А есть где-то посмотреть, смотрит он вообще эту тему, нет? Да им похуй. Особенно этому челику, вообще поебать. Нахуй его убивать, сука, зайди нам, убей его, чё за хуйня? Напиши то, что у нас РТ к концу подходит, типа мы на нуба дошли, повайпались, убили. Типа, блядь, нет времени. Кунг. Садиться и травить его. Кунг, блин. Один раз мы на него ипанулись, не так много. И то там из-за напула, блядь. Кольцо никому не надо. Каждый день рекорды, блядь, какие-то выключения, какие-то лаги, блядь. Там на сервер, блядь. Этот поезд стоит на рейс? Чё ты там это... кидаешь на ролл, Феникс, а то это я свёрнутый. Там, уже там ничего на тебя не кидаю, не переживай. Сейчас буду пояс кожи накидать с хоста. Иду. Сейчас, подожди. Возьму потестить. Будет, а блин. У кого нету этой
типа пропуска, хуёпуска. У Журбика. Ну так а Журбику-то, блядь, целка там, блядь, срать еще. В смысле? В прямом смысле по гиру. Ты рофлишь? Нет. А когда он через неделю тебя по ДПС обгонит, что будешь делать? Ну, пусть обгоняет. Не, просто ты так заявляешь, типа, что чел лагал, типа, это вообще ничего не значит. Не, я просто, ну, типа, по шмоту посмотрел, все, ну, типа... Т4 есть, значит, годен. А что, теперь так, что ли, целка закрывает? Если Т4 есть, то все? Так, а сколько вам надо ДПС целка? Ну, сейчас уже там поменьше, но вначале, типа, это так бы не проканало. Ну да, ФК, наверное, не сделали бы с таким, а ты уже... А при чем ЦЛК и ВК? Какие между ними связи? Ну, проходка. А там разве не этот нужен магик? Да, в Афенице там уже это, собственно, сделал. Дело в том, что будет магик нужен и ВК, блядь. Вот, и вот те связи, блядь. Не, ну это связь вот уже столько. Не за ЦЛК, а для этого. Ну, короче, Вема неадекватный, проще, быстрее будет еще раз убить. Это вообще пиздец. Пиздец, конечно. Давай, Эбан. Ставь все, я потом заберу. Я у Ика. Да сейчас, наверное, бить будем еще раз, ну, типа, хули делать. Да нихуя, пусть убивает, блядь. А, это уже сану болот, нахуй, подождите. Подождите. С перчатками, подождите. Это тоже сану был. Тоже сану был. Я зайду в инст. Хули он не отвечает нихуя в этой теме, ебаный. Здрасте. А, ну сейчас пульнем убьем еще раз с ним. Я понял, там, короче, бесполезно с этим дауном вообще разговаривать. Долбоёб ответил нахуй и забил хуй на эту тему нахуй. Как мышь ебаная. Да он лунтик просто. Набирают по объявлению долбоебов всяких. Который, ну, сука, не может нахуй, блядь, написать нахуй два слова нахуй ебать. И нахуй, ну это, чтоб ты пошнулся. Ну на любой, к любому челу, на условному нику, блядь. И, блядь, ёбнуть по боссу, на. Ну, одной командой, нахуй. Кто тебе будет за 30 тысяч сидеть 24/7? Форме. Сейчас. Да поверь, блядь, там хватает желающих, которые будут сидеть этим заниматься. Как заработок просто, понимаешь? Они ж не все время сидят. Это как вторая работа, ебать. Ты пришел, нахуй, вот, условно. Вместо того, что ты идешь в рейды, нахуй, ты, блядь, сидишь, нахуй, отвечаешь на форме. Это можно делать с телефона, это можно делать, нахуй, лежа в кровати. Понимаешь? Ну, в принципе, да, да. Это 30 косарей еще онлайн, потому что там дохуя забот по-любому. Ну вот он лежит в кровати. Я вообще нахуй, когда, блядь, там на сервере таком типа фреша был, который типа занижением там тональный, ну, типа фановина. Я вообще нахуй, ну просто нахуй. Сколько там? Мне платили вообще хуйню, там что-то, по-моему, около 10. 8,5 тысяч, ну не до 10 даже доходя. Либо предлагали бонус. Похуй, типа, было. Я в свободное время, типа, ну. Блять, сижу в одном в окне на гейм-аккаунте, в другом, блять, на альте играю. Ну и типа, и похуй, нормально. Журб, что там с тобой? Мы сейчас опять пульнем и тебя выкинем, да? Я делаю все максимально, чтобы не выкинуло. Прямо сейчас. Не трогай, ты на пулевой штанец. Так, этот админ ответил, начинайте бой с боссом, мы поможем. Хорош нахуй, где он в рейде? Да он здесь наверху летает, сейчас мы начнем, он сразу его убьет. Я не вижу, где он летает. О, он там летает. Ну да все, ладно, таймер, короче. Ладно, на исходной станьте, таймер не забудь, а то мало ли нахуй еще нас сложит. Да. Отчет даю. 3, 2, 1... Пол. Чё со сверкой? Вот это ДПС у рейда.
неплохо просто ноли. Бля, Конка, ты что, 4-4 набил? Копатели на пол, копатели на пол, ребят, копатели на пол. Чё-то ДПС упал. Но он обещал помочь, готов, а не готов, убить. Готовься стан давать. А-а-а. Стан. Угу. На, он помогает чуть-чуть. База пошла. Прохил. Эма на лед быстрее. Перестань на гимн на ХП. Королева бабл с экрана. Может Геру, нет? Забери лед, дай Геру, да. Забери лед. Нажми Эма на лед. Копатели на пол. Швеб за шакли быстрее. Блять. Шанг бабл с экрана быстрее. Просил меня, блядь, сейчас сдохну. Ферни копателя фонарик, который в рейде. Гимн на ХП, Швепс. Хуёво с него помощник сегодня. Даже с помощью не вайпнули. Ебать, ему даже нормального чара не доверили, чтобы, блядь, помогать. Не пойду, зато дабл лут, ребят. ГЦ нахуй. Ебать, почти еще упал. А лут такой же, смотри, нахуй, точь-точь. Нет, перчатки такие же. Перчатки такие же. А я думал, почему меня все игнорят, а я микрофон уже запустил. О! Меня это, админ реснул. Серьезно? Ой, меня тоже реснул. Да. А напало, смотри, не выпало нихуя говно, блядь. Ну, отказывайтесь от лута. У нас два лута, нахуй, если что, с этого. Так от... Сану. Ну, вообще, как хорош. Теперь надо поблагодарить его в теме. А где он летал, я вообще не видел. Да он невидимый. Да похуй на него, полетели. Он в инвизе, скорее всего. Полетели в этот шатрат. Ебать, 8 токенов, нахуй. У меня две глефа одинаковые, нахуй, кстати говоря, которые никому нахуй не нужны. Я бы на опыт взял. Чё? Что, а чё я в воздухе застрял? Что? Я в воздухе опять застрял. Я прыгнул в воздухе и застрял. Ты на админе, походу, стоишь. У меня все начали резко как-то бегать странно. Но кастую нормально, хорошо.